можешь выбрать себе любого питомца, которого ты захочешь. Эшерц? Вот, ну не знаю, что тебе нравится, Ваня. Эшерц. Эшерц. Вань, ты дурак совсем. И поскольку ящерица не устроила маму, Ваня предложил другой вариант. О, хомяк. Но и это желание Татьяна пропустила мимо ушей. Вон, смотри, мышь иглистая. Может быть, пару. Не, лучше Ваня, тебя вообще никто не спрашивает.